Становись! Равняйсь! Смирно! Направо! Вперед! Шагом! Марш! Воспитанники военного патриотического клуба готовятся к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ведь в этом году они вступят в ряды участников парадного шествия. В бессмертном полку юные патриоты с гордостью пронесут портреты ветеранов. Парад 9 мая – это очень торжественный день для всех, кто учится с нами вместе со мной. Мы ждем его с нетерпением, готовимся каждый день. В этом году в ряды гвардейского центра вступили и ребята из детских домов. Я понесу своего прадеда Алексея Алексеевича Старовойтова. Он ушел на войну очень рано и погиб в 42-м году. Он на мине подорвался. О нем сильно не знаю, потому что бабушка, которая мне рассказывала, уже умерла. У меня дома записано все, вот я его напишу и с ним в бессмертном полку пойду. Чтобы стать участником бессмертного полка, нужно просто прийти с портретом воевавшего предка. Точный маршрут появится совсем скоро на сайте мойполк.ру. Здесь же каждый желающий может рассказать о своем ветеране. За подробностями можно обратиться и к куратору проекта. И будет день с улыбками, слезами. Утихнет боль. Поймем мы, смерти нет. Они всегда в строю, навеки вместе с нами. В одном святом строю идут и внук, и дед.